Объясни мне, почему твои треки такое говно? У меня есть определенный стиль, который сложился за многие годы. Кал и говнина. Ты не мог назначить интервью раньше, потому что ты говорил, работаю каждый день с 9 до 23. Просто хочу узнать, кто платил зарплату человеку вроде тебя. Люди наши. Граждане страны. За Путина, за Путина, мы все хотим замуж за Путина. Охуенные ребята у тебя были работодатели. Ну и что? Почему ты написал заявление об уходе с работы? Пренебрегают. Я считаю, должна быть хоть какая-то альтернатива Путину. А про друзей. Блять, зачем ты вообще этого человека держишь рядом? То есть это просто дружба, да? Вот в этом и основа государственности, в этом основа патриотизма русского человека. Ребята, давайте жить дружно. Что тебя больше всего расстраивает в современной России? Демократия. Насколько тебе это интересно и важно? Потому что если с тобой общаться, есть ощущение, что тебе просто похуй. Почему ходить на митинги, значит, быть ебанутым? Контрпродуктивно, вредно. И даже неинтересно совсем. Это может быть еще одним способом внутриполитической американской борьбы. Это все американцы, это их коварный план. Они специально здесь насрали, притаились, выжидая. Хитрожопые засранцы знали, что ты здесь живешь. Но это только мои предположения. А с Кахабаровск ты ходил, когда они были в жопе? Нет. Путин красавчик? Потрясающе. Ну факт.